исторических, и в том числе отношений. А почему именно турецкие? Турецкие, потому что мне кажется, что язык из арабских, из семейства арабских языков, это достаточно перспективный. Потому что арабские страны развивались достаточно бурно в последнее время, хотя сейчас рынки нефти, рынки топлива, они немножечко в спаде, но это достаточно богатый культурный регион, которые, как количество людей, распространяются, в том числе культурно, очень сильно, в том числе и на Западе. Поэтому это надо, все эти тенденции надо учитывать. Это мне так кажется.